Друзья, всех приветствую! Недавно увидел интересную модель лазерного уровня от Sigman и решил заказать для того, чтобы проверить его качество, ведь о нем так много рассказывают в интернете, что он чуть ли не самый лучший. Ну а я решил проверить, так ли это. Уровень идет в мягком кейсе, на вид вроде ничего, да и на ощупь приятный. Вот такой вот аккумулятор идет, 7,4 вольт на 2600 миллиампер. Все параметры хорошо видны. Далее вот такой вот пульт. Шнур для зарядки аккумулятора. Это у нас подставка для лазера. Есть микролифт, а на задней стороне вмонтированы мощные магниты. Магнит хорошо держит, так что в нужное время выручит. Здесь у нас пару разъемов для штатива. И место под аккумулятор. Сзади разъем для зарядки и кнопки управления. Модель уровня SM801. Лазерный уровень имеет 3 лазера и 12 лучей. Класс лазера 2 с погрешностью на 5 метров 1 мм. Угол выравнивания 4 градуса. Рабочая длина 30 метров. Работа аккумулятора от 12 и до 40 часов в зависимости от яркости луча. Ну и здесь я хочу его сравнить с этой малышкой от Рокодила. Аккумуляторы у них похожие. Так, ну что ж, запускаем. Здесь я выставлю 2 луча по вертикали. И здесь видно, что они четко совпали друг с другом. Походу, этот уровень уже откалиброван. Далее проверим на стабилизацию. По стабилизации Sigman чуть-чуть выигрывает. Хотя у Рокодила самая хорошая стабилизация со сравнением с другими уровнями. Sigman немного улучшил результат. Теперь установим 2 лазера по горизонту. И по вертикали. Еще раз проверим. Вертикаль четкая. А теперь горизонт по всему периметру комнаты. Луч везде хорошо просматривается и нигде нет расхождений, хотя здесь больше 5 метров. Да, что удивительно, лучи идеально совпали и практически одинаковые. Здесь у нас режимы яркости луча, есть импульс и замок. Ну а 3 кнопки для отдельного включения лучей. При неправильной установке загорается красная лампочка. Ну а здесь индикатор зарядки. Также имеет хорошую резиновую защиту от ударов. Довольно-таки плотная и приятная на ощупь. В целом модель неплохая. Ну а на этой подставке мы можем плавно регулировать в нужный нам размер. Здесь также есть у нас разъемы для штатива. Так, ну что ж, модель мне лично понравилась. А если кому-то эта модель интересна, то я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Друзья, кому информация была полезна, ставим пальцы вверх. Кому нет, тоже. А у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.